У меня в гостях Даниил Зотов. Даниил, расскажите, пожалуйста, какую компанию вы представляете на выставке CPM и какую линейку вы привезли с собой? Здравствуйте, Владимир. В первую очередь хочу сказать, что очень приятно здесь находиться. Я вообще первый раз в Москве. Представляю бренд дизайнерской одежды Светланы Зотовой. В CPM здесь участвуем не первый раз. Последний раз участвовали в 2017 году. Но тогда результаты нас огорчили. Мы сделали 3 года простоя. И надеемся и рассчитываем, что в этом году все будет отлично. Скажите, какую коллекцию вы с собой привезли в этом году? Мы привезли коллекцию «Осень 2020». Так, если об этой коллекции рассказать и вообще, наверное, больше о бренде, нужно рассказать, что у нас бренд дизайнерской одежды. Дизайнер Светлана Зотова вылетает лично в Италию. Там мы закупаем ткани в таких фабриках, как Mirolio, Intes. Эти же фабрики поставляют, например, для таких брендов, как Puma и Adidas. Но там больше синтетика. У нас больше уклон на натуральные ткани. Все это производим в Санкт-Петербурге. И уже как бы вот разводим закупщикам байеров по всей России. Даниил, скажите, пожалуйста, какие цели перед собой ставите на выставке CPM? Конечно же, это рассказать больше о марке, людям, позволить покупателям через байеров познакомиться с нами и познакомиться с одеждой и получить, ну, именно, чтобы закупали не именно одежду, а получали ощущения, эмоции и чувствовали себя увереннее, потому что одежда — это, ну, не просто одежда, она как бы для чего-то все же у нас одевается. Вот вы хорошо выглядите, презентабельно, наверное, чувствуете себя также соответствующе уверенно. И наша задача, ну, как бренда, ровно примерно то же самое и ту же уверенность, хороший внешний вид и передавать на эмоции для конечного покупателя. Даниил, скажите, пожалуйста, а как вас можно найти в рамках выставки CPM? В рамках выставки CPM мы находимся в павильоне 7.3, стенд А35, это на втором этаже. Спасибо вам, до встречи.